Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним первое задание на странице 32. Сравни на глаз, какой поводок длиннее, какой короче. Давайте посмотрим на два поводка. И на глаз нам очень хорошо видно, что поводок девочки длиннее, чем поводок мальчика. Чей хвост длиннее? Давайте посмотрим на собаку мальчика и на собаку девочки. И нам хорошо видно, что хвост собаки девочки длиннее, чем хвост собаки мальчика. Чьи уши короче? Давайте посмотрим на желтую собачку и на коричневую собачку. Нам хорошо видно, что уши желтой собаки короче, чем уши коричневой собаки. Какая лавочка длиннее? У нас есть красная и зеленая лавочка. Нам хорошо видно, что красная лавочка длиннее зеленой лавочки. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.